Условный очаг птичьего гриппа ликвидировали на Среднем Урале. Командно-масштабные учения прошли в поселке Ударник Невьянского городского округа. С угрозой боролись более 40 человек. Идет обработка помещения, то есть собирается все, что можно убрать, то есть помет, какие-то доски, где содержалась эта птица. Все это тоже везется к месту утилизации, остальное обрабатывается без раствора. По легенде, в одном из личных хозяйств специалисты ветеринарной станции зафиксировали падеж кур с признаками высокопатогенного гриппа. Лабораторные исследования отобранных проб подтвердили диагноз. Экстренно была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям, после чего участники учений ликвидировали условный очаг и приняли меры по предотвращению распространения заболевания. Добавлю, что в этом году в рамках утвержденного правительством плана от вируса вакцинировали более 152 тысяч птиц в личных подсобных хозяйствах. На текущий момент зараженных особей в регионе не выявлено. Принято решение в текущем году о вакцинации птицы против высокопатогенного гриппа в личных подсобных хозяйствах, незащищенных хозяйствах. Те птицефабрики, которые есть и функционируют на территории Свердловской области, работают в режиме закрытого типа, обеспечивая предотвращение заноса на их территорию заболеваний, различных заразных заболеваний.